Завтра безопасному городу исполнится один год. 4 марта 2019 года камеры видео и фотофиксации заработали на дорогах столицы и Чуйской области. Чего удалось добиться за прошедший период времени и где еще появятся камеры при реализации второго этапа проекта, в репортаже Бекбамата Сандыкулу. За 10 последних лет до ввода безопасного города погибло в ДТП в Кыргызстане людей больше, чем за 10 лет в Афганистане. Вопреки расхожему мнению, безопасный город внедрялся с одной единственной целью – это профилактика нарушений правил дорожного движения. Логика здесь проста. Водитель, понимая неотвратимость наказания, попросту перестает нарушать. Сказано красиво, ну а как же на практике? Год работы безопасного города показал, что в тех местах, где установлены камеры видеофиксации, количество ДТП сократилось почти в два раза. ДТП по городу Бишкек снизилось на 42%, по Чуйской области на 55%. Конечно, радоваться нечему, мы к нулю еще не пришли, но в любом случае 42% и 55% это, конечно, хорошие, я считаю, цифры за один год. За год работы безопасного города вынесено 1 миллион 57 тысяч 259 постановлений о нарушении ПДД. Более 600 тысяч из них уже оплачены. Нарушители раскошелились на более чем 698 миллионов сомов. Если считать из числа уже доставленных почтовым операторам, то взыскиваемость из числа доставленных составляет 70%. Поэтому граждане-водители, в принципе-то, оплачивают. На данный момент в Бишкеке и Чуйской области работает 90 стационарных АПК и еще более 20 передвижных комплексов. Теперь география безопасного города будет расти. До конца этой осени уже по всей стране появится более 2500 новых камер. Необходимо еще большее количество камер. Также в рамках первого этапа заработал один центр мониторинга в Бишкеке. Нам этого недостаточно. Также будет дополнительно в Аше центр мониторинга. Плюс еще в Бишкеке планируется также открытие еще одного центра мониторинга. Участники создания безопасного города заверяют, второй этап проекта будет еще более эффективным. Учтен опыт первого этапа. Вместе с тем отмечается, безопасный город всего лишь профилактика. Сократить нарушения на дорогах в первую очередь должны сами водители. Бекмамбет Асанбекулу, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.